Всем привет, дорогие друзья, подписчики, а также гости моего канала, добро пожаловать. И мы продолжаем с вами играть в игру Шрек 2. Поехали дальше, остановились мы на том, что в прошлой серии. Так, окей, разбойники. Так, давайте с ними сейчас разберемся. Ну так вот, остановились мы на том, что в прошлой серии раздобыли зелье. Этот было довольно-таки нелегко, но мы справились. И что же? Отлично! Так. Вот эти разбойники, пираты тут ходят всякие. Так, давай. Бах! Так. Окей. Проходим дальше. Ну так вот. Шрек уже со слом выпили этого зелья. И, так сказать, остается только дождаться эффекта, что же с ними произойдет. Вот сегодня как раз мы в этой серии узнаем, что же будет. Так. Ух ты, как-то странно. Окей. Так, опять разбойники-пираты. Ё-моё, да сколько их тут. Так. Все нас хотят поймать, все нас хотят за нас, так сказать, получить какие-то деньги. Ну, типа, Шрек же разыскивается, поэтому вот и нас ловят всякие разбойники-пираты. Так, окей. Это глянь. Так. Блин, монетки собираем, хотя у нас уже полтысячи этих монеток, но все равно. Почему бы и не собрать халявные монетки? Так. Так, давай. Бах-бах! Разделаемся с ними. Так. Кстати, в прошлой серии мы использовали зелье. Как оно? Зелье вот этого. Черт, как оно называется? Зелье силы, вот. Так, мне кажется, или нам надо туда? Так, ладно, сейчас обойдем, я так понимаю, да? Или стой, подожди. Так. Как-то там эти разбойники стоят или нас ждут. Подожди, может я как-то смогу перепрыгнуть? Не, вряд ли смогу перепрыгнуть. Так, подожди, а тут как я пройду? Так, там сохраночка. А, здесь еще один рычаг. Ну давай, нажимай. Так. Так, в смысле, не открылось. А, еще один рычаг. Ё-моё. Все, отлично. Так. Молодец. Так, великолепно. Так, ну что, разбойники, давайте идите сюда, я вас жду. Или... Стоп, что это? Я не знаю, это какие-то гномы, типа, нам надо их спасать. Я не знаю, какая мамка. Так, как мне это подобрать? Ой. Блин, все это, конечно, смешно. Так. Окей. Так. Бах, давай. Блин, эти разбойники, кстати, если честно, они вообще нам почти никаких ударов не наносят. Вот, там только маленько кто-то может вот один раз там что-то... Ах, вы мерзавцы. Так, ну, давай. Замечательно. Бах. А я-то надеялся, день сегодня будет только светиться. Проснись и пойму. Вот еще один готов. Окей, так, хорошо. Сейчас мы устраним эти цветочки по-быстрому. Так. Окей. Да уж понятно, что я так просто от вас не отделаюсь. Вы все прибываете и прибываете. Так. Так, опа. Сами свои же ловушки попались. Так. Блин, так, подожди. Не надо его как-то направить. Вообще класс. Так. Так. Чудище! Я добрый Шрек, ты чё? Не знаешь меня, что ли? Ну так как вы хотите все время нападать, мне отлично приходится вас отлупашивать, как... Блин, как подобрать нормальное слово? Ай, ладно, забей, короче. Все время приходится... Ё-моё. Устранять этих всех врагов. Так. Окей. Так. Великолепно. Так, домик прикольный такой, если честно. Кажется, что там какая-то живет, я не знаю, какая-то фея.
Ну, по возможности. Так, подожди, нам надо туда забраться. Так, подожди, я должен рычаги какие-то искать, что ли, еще? Так, где-то, наверное, рычаги находятся. Так, может, за домом тут? Не, стой, подожди. Наверное, мне надо забраться как-то на домик. Так. Так, либо я что-то где-то упускаю, либо что вообще? Так. Так, подожди. Так, отсюда мы никак не заберемся. Так, сюда мы не пройдем. А, вот и рычаг, так. Окей. Кстати, а тут такая приличная долина, вот, ну, деревенька, в принципе. Так, окей. Пум-пум-пурум-пурум-пурум. Так, давай, все. Покедовал, я сказал пока. Так. Так. Так, давай, запрыгивай. Уии! Так, великолепно. Так. Так, сохраночка. Класс, вот мне нравится то, что тут так часто сохраночки. Вот, вообще прекрасная тема. Так. Так, давай, нажимай. Так, ну нажимай. Окей. Так, открывается следующий. Колодец. Блин, тут, конечно, русификация в этой игре, дорогие друзья, ну прям вообще блистательная. Вот на то время, ну просто вообще офигенно. Все переведено, идеологии и так далее. Так, окей, куда же мне идти? Так, скорее всего, мне надо забраться. О! Стоп, это что такое? А, это просто дощечка. Так. Окей. Уии, падаем. И мы попадаем. Ё-моё, куда это? В колодец какой-то? Сохранено в лучшем виде. Окей. Так, какие-то летучие мыши тут. А у людоеда вот что. О, пауки? Блин, капец, я уже забыл, дорогие друзья. Я уже забыл, что вообще такая локация существует, офигеть. То, что мы в каких-то пещерах бродим, что-то вообще каких-то пауков убиваем. Так. Ну, Шреку-то чего бояться-то? Он сам людоед, в принципе. Добрый людоед. Поэтому пауки и летучие мыши, ну, это типа вообще обыденное дело для тебя. Да? Так. Стоп, а как я допрыгну до туда? Блин, не хотелось бы мне туда упасть. Подожди. Reach closet. Так, стой. Я же не допрыгну, то есть, к примеру... Блин, очевидно, что я не допрыгну до туда. Так, придется, значит, искать какой-то обходной путь. Так. Где обходной путь? Так, сюда я не могу пройти. Сюда я тоже не могу пройти. Пучок. Так, тихо, тихо, тихо. Так. Подожди, я что-то где-то должен найти. Может, там есть, типа? Так. Вот, да, вот видишь, прикольно сделали. То есть смотри, вот для игры 2004 года просто вот этот свет, ну это просто вообще сказка. Вот, вот правда, вот посмотри, как сделали красиво. Люблю. Так. Окей. Уии! Окей, я перелетел. Отлично. Не знаю, каким образом, дорогие друзья, но... Сохранено в лучшем виде. Отлично. Возможно, тут какое-то волшебное место, что мы так перелетели хорошо. Так. Пауков на дух не передашь. Так. Не, да ты го... Блин, да ты гонишь. Так. Окей. Так, подожди. Вот хорошо, что сохранки поставили, вот правда. Так. Пауков на дух не передашь. Окей. Так, вот эти нужно штуки как-то пере... это... перепрыгнуть. Отлично. Так, первая готова. И вторая тоже готова. Так, окей. Эти пауки как-то не нападают. Они даже не успевают нападать. Типа, они готовятся. Так, давай посмотрим, что он будет делать. Он как-то вообще прыгает странно. Так, что у нас тут? А, мы, в принципе, обошли, хорошо. Так, окей. Ну и денек. Да, это уж точно. Ну и денек же выдался. Крошка, паучок.
Окей, лифтец. Летучие мыши. Так, куда пойдем? К паучку? Ну ладно, давай к паучку заглянем, так. Так, ну если мы упадем... Стой, 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 куда ты спускаешься? Так. Лифт, поднимайся так. Во, отлично. Вот тебе мышь. Опа! Так, хорошо. Так. Отлично. Не, вот знаешь, вот немножко пещеры пугают все-таки этим. Вот как-то тут своя атмосфера в этих пещерах. О, спящая красавица. Так, отлично. А ну повтори, увидишь, что будет. Прикольненько. Офигеть. Спящая красавица. Прикольно вот ее найти здесь. Вау. Прикольно. Так. А, летучие мыши тоже на нас нападают? Ё-моё. Но они даже не нападают, они только мешаются. Так. Окей. Так, хорошо. Так, чё, куда поедем? Так. Все. Так, выбрались. Так. Чё, уже враги? Где враги? Так, отлично. Бах, бах. Так, уже темнеет, я так понимаю. Мы целый день прям бродим и ходим. А, так. А, блин, разбойники-пираты тут. Так, окей, так. Давайте, идите сюда. Получилось же. Так. Окей. Так, хорошо. Блин, капец, я научился тут вообще хорошо прыгать. Так. Отлично, е. Так, чё, крысы? Ни хрена, чё это за крысы? Блин, я вообще таких персонажей не помню. Я помню, короче, дорогие друзья, тут будут рыцари. Вот тут будут вот реально жесткие рыцари, которые вот будут просто на нас горстями нападать вот целыми армиями. И еще я кое-что помню, но я уж не буду спойлерить. Там будет очень крутой момент один. С одним очень крутым персонажем из Шрека. Короче, вот. Ну и денек. Так. Это уж точно, ну и денек. Ё-моё, нападают эти крысы. Как сволочи. Так. Окей. Уи, пока, крысики. Привет, разбойники. Так. Людоеды-то крутые. Так. Я не понимаю, что они на нас нападают. Да, понятно, что двухметровый великан всех разнесет нафиг. Так. Окей, так, что у нас тут? Ну и денек, ну и денек. Так, хорошо, подожди, так. Возможно, нам надо... Ага, так. Хорошо, прыгнуть сюда. Ну и денек. Воу, прям сдулось все это. Так. Прикольно то, что преграды мы можем сдувать. Так, подожди, раз, два, десять. Уи. Так. В смысле, плохо прыгнул? Во, отлично. Так. Окей. Так, там пища героя. Хотя она нам не так особо нужна. Так. Стоп, а мы сможем вообще сдуть этот домик? Так, окей, ну с трех раз. Издулось дерево. А, так. Так, может еще? Так. Даже не знаю. Так, ладно, давай-ка пока соберем тут монетки. О, отлично. А, так, хорошо. Так, сейчас, короче, давай, Шрек. Во. Он как-то с двойным прыжком как-то, вот, я не знаю, получается так. Забирается. Молодец. Так, отлично, сохраночка. Давно, кстати, не было. Так, вот последняя сохранка была вообще там где-то в подземельях. Представляешь, если бы мы бы там померли от какой-то нибудь ловушки, пришлось бы заново проходить все это. Ну, половину подземелья уж точно. А, так. Отлично, так. Сейчас, наверное, еще опять разбойники эти. Да ё-моё, да ты прикалываешься. До свидания. Так. Окей. Извини. Так, хорошо. Так, еще да. Блин, там в палатке никого не было. Откуда вы там родились? Так.
Так, ну, блин. Типа тут бесконечность этих разбойников или что? Так. Так, мяско. Мяско вкусное. Готовится. Так. Окей. Кстати, вот тут нету выбора сложности. Вот, вот самый в чем прикол, тут нету выбора сложности. Вообще никакой. То есть... Так, стой. Окей. Как-то непонятно прошел, прокатился. Так. Окей, нельзя типа плавать в этом болоте. Ну хорошо. Так. Спокойно. Так, отлично. Воу, босс? В смысле босс? В смысле босс, алё, ты чё? Так, я сейчас тебе повеселюсь, слышишь? Так, тихо-тихо-тихо, ребят, спокойно. Босс-разбойник. Так, ты чё? Офигеть, он такой опасный, что у него аж даже на повязке череп с костями. Я разглядел, ну вот как ты можешь заметить. Воу-воу-воу, так. Слушаешь, ты не сможешь нанести Шреку такой мощный удар. Я наоборот тебя уделаю, все, понял? Все, лежать. А, так. Окей. В принципе, этот босс был легкий, не знаю вообще. Вот правда, вот кот в сапогах был намного сложнее, дорогие друзья. Я даже не знаю, называть ли это боссом, но в принципе он считается как за босса, я так понимаю, этот разбойник. Так. Окей. Так, хорошо. Так, всех уложили спать, великолепно. Так, и вот осел со Шреком, ура, я иду, ребят. Все, пришли. Я по таким красивым местам прогулялся. С людьми интересными встретился. Жаль, вас не было. Ну да, как скажешь. С людьми интересными встретился, да нас встретила куча разбойников. Неважно. Так. Я еще найду способ Фиону отвоевать. Скажи, а это твоя женщина того стоит? Да-да. Я самый нежный, самый прекрасный цветочек на свете. Трудно представить, кто на свете может вынести такую вонь. Ты еще не знаешь Фиону. Так. Что? Это был кот. Клевета. Прости. Так. Окей. Так, окей. И вот наши герои, не прочитав, что написано на бутылочке мелким шрифтом, уснули. На следующее утро оказалось, что зелье навеки счастливо все-таки сработало. Да еще как! Пусть крестная фея и ведьма на шпильках, но в колдовских средствах она здорово разбирается. Алистер, я же тебе сказал, побыстрей! Думаешь, они тебя весь день слушать будут? Так, позволь, я вмешаюсь. Новый облик приобрели не только Шрек с Фионой. В их компании был еще один прекрасный и благородный жеребец. Спасибо. И вот Шрек превратился в прекрасного принца, а принцесса вновь стала красива. Это, конечно, не понравилось крестной фее. Она-то сама хотела заделаться Фиониной свекровью, но и заставила короля послать людей нас арестовать. На экране тюрьма, скобки закрываются. О, нет, это не надо было читать. Так, понятно, наши дорогие герои превратились... Ну вот, мы... Они превратились в Зрик Шрек какой-то. Офигеть. В смысле, ты только взгляни... Так, а осёл вообще превратился в лошадь? О, Шрек, по-моему, стены сжимаются. Да, осёл, сжимаются. Смотрите, пожалуй, я бы мог протиснуться через решетку и найти какой-то способ открыть дверь. Ну вот, а я-то волновался. Офигеть. Так, ну хорошо, мы начинаем играть за кота в сапогах, дорогие друзья. И что же, вау, ну просто офигеть, какой Шрек, ты посмотри, опа. Такой, смотри, одну бровь поднял. Блин, капец, вообще, осёл, осёл, что с тобой? Ты превратился в какого-то коня-переростка. Ну я не знаю, ты прям какой-то мощный стал. Так. Окей, какой-то скелет, ё-моё, что за скелет великана тут лежит. Так, значит, подожди, так, сюда мы выйти не можем. Так, ну, нам, значит, придется сейчас туда идти, но я думаю, мы уже продолжим в следующей серии, дорогие друзья. Переходим мы потихоньку к замкам, и я уже вспоминаю, что здесь будет происходить. Тут будет очень трудно. Поэтому, ну, не знаю, насколько трудно, но, в принципе, придется в следующей серии покопаться, да. Окей, продолжим на этом в следующей серии уже.
играть и смотреть, что же будет дальше с нашими главными героями. Как вообще, что будет происходить, что будет делать эта крестная фея кошмарная, и вообще, как будем обратно превращать героев. Хотя, я думаю, тут эффект временный, вот этой красоты, типа. Ладно, что-то немножко заболтался. На этом все, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Кот, всем удачи и всем пока-пока.